Итак, всем привет, дорогие друзья, а мы возвращаемся в Вальхейм. Очень давно я ждал этого дня, когда мы сюда вернемся. Ждал я нового обновления, и вот вышла его бета-версия, так сказать. Она, как пишут разработчики, пока забагованная, и досталась она не всем игрокам. Ну, мне повезло, ну и моим знакомым тоже, то, что им досталась эта бета-версия. И мы сейчас будем тестить, что происходит в мире. А в этом обновлении добавили пещеры ледяные и рожок. Рожок у меня уже открылся. Из-за того, что у меня здесь на полу лежал черный металл, у меня он открылся. Давайте посмотрим, что за рожок. Где его делают и с чем его едят. Вот. Ага. Или не. Ща не вижу просто. Так, пришлось запускать через стандартный Вальхейм, через вулкан запустить не получилось. Запись там не захотела работать. Так, вот. Horn of Celebration. Один Science. Что-то там. Короче, грубо говоря, эта штука дает какой-то баф. Или из нее можно пить. Бронза, шкура тролля и железо. Мы, конечно же, можем попробовать это сделать. Но не знаю. Надо посмотреть. Так, а вот это что у нас? А, вот это вот, да, мы на болоте находили нового персонажа, такого здоровое, такое дерево было гнилое, вот с него падает рут. Эта броня сейчас, конечно, нам бесполезна, но она хорошо идет для новичков. У нее вот вот такие вот бонусы, можете сейчас посмотреть на экранах. Но затрагивать мы особо ее не будем, ну потому что смысла нет, нам сейчас другое интересно. Она недавно тоже вышла. Кстати, или я давно не играл, или иконки сделали поприкольнее и покачественнее. Может быть, из-за того, что давно не играл. Так, ладно, давай смотрим. Рок. Короче, у меня было 9 медовух. Я понял, что этот рок делает. Короче, этот рок — это просто, ну, ваша декорация, так сказать. Угу. Я не знаю, как им драться, может быть, им можно взаимодействовать с другим игроком, но я понял. В этом роге можно выпить какую-то медовуху или еще что-то, что у вас в инвентаре. Короче, штука прикольная. Полежит здесь. Он мне просто не нужен. Так. Перья тоже сюда положу. Смотрим, значит. Пожарить я тут могу только волка. Нормально. Мы по-быстренькому ко мне переместимся. Пожарим там кусок быка ящера, пироги долбанем и отправимся в путь сразу же. Короче, народ, добродился я. Вот шоу, вот тут такая пурга, вот так вот прикольный такой переход на горе сгенерировался. И, короче, да. Вот я нашел ледяную пещеру. Я уж хотел лезть на форум и смотреть, типа, как выглядит, как искать, ну вот. Вот так вот она у нас выглядит. Вау. А чё, так что ли? Сосульки ломаются, но с них ничего не выпадает, да? Прикольно. Прикольно сделано, давайте пройдем. Да, я так и думал. Frost Caves.
Хуя, а чё сзади-то? А, ебать. Вы только послушайте на эти звуки. Новое музыкальное сопровождение. Ебать. Вау. Оно именно так. Вот это вот я понимаю, реализация. Круто сделано, народ. Так, ну ладно, давайте сначала сходим, посмотрим, что у нас впереди. Это что? Вау. Новая добыча кристаллов. Смотрите, народ, чекайте. Новая язычная добыча кристаллов. Мы в пещере слышим каких-то волков. Но это и не удивительно. Так, мы пошли. Охуеть. Прикольно сделано, очень. Ебать. Аж так все. Так, ну вот это вот что-то похожее на лестницу. Тут только вопрос в том, то что мы поднимемся или нет здесь уже. Ну. Ладно, мы сюда попозже спустимся. Вот заметил то, что ледяные пещеры они сделали более замудренными такими, чтобы запутать игрока. И это прикольно. Так, это что за алтарь такой? Ага. Это какой-то новый ресурс, народ. Судя по всему, для крафта. Для крафта брони. Блин, мне нравится. Разработчики вправду молодцы. Только вот. Ебать, летучие мыши. Вау. А, давай, отлично. Смотрите, какие твари, они подлетают и пытаются тебя вот прям покусать. С них падают кожаные обрывки. Народ, это реально круто сделано. Так, ну мы спустимся вниз, я думаю. Ай. Тут же вроде видно, как прыгать. Такими вот. Так. Тихо. Блять, главное не ёбнуться. Сожрут нас нахуй. Так, давай вот здесь встанем. Блять, вот впечатление от этой игры вообще не убавляется. Разрабы реально молодцы. Оправдывают время. Очень круто сделано. Если бы на раннем этапе такое было, впечатление от игры бы было уйма. Ну, короче, летучие мыши безобидная херня вообще. А, вот это вот я зря решил так делать. Вот знаете, чего боюсь? Боюсь то, что сейчас залезу и не выберусь. Вот чего боюсь. Короче, пещера это типа место, в котором мы теперь будем вот таким вот образом фармить кристаллы. Так, не зря я сюда спустился. Интересно, а душка работает? Вроде не работает. Так, назад. Круто сделано, реально круто. Вот лестница круто тоже визуализирована, вы только посмотрите. Таким вот подъемчиком.
Блять. Вот так встанем. Сделано на самом деле так, знаете, опасненько. Если ты до этого был уверен, то что ты выберешься, то в этот раз они это прям сделали таким видом, то что как будто ты уже сюда залез и не вылезешь отсюда. Это круто сделано. Было бы печально, если бы я там остался, конечно. Так. Ладно, хрен вот с этими кристаллами, давай. Вот тут вот. Так, сука. А, отлично. Я уж испугался, думал, сейчас упаду. Так, а вот здесь вот у нас что такое? Угу, это просто текстура. Мне показалось то, что здесь что-то странненькое. Летучие мыши удивили народ, да. Вот здесь вот у нас какой-то иероглиф, с которым пока нельзя взаимодействовать. Но, видать, нам тут будут повествовать об вот этих оборотнях. Здесь вот просто стенка. Да, скорее всего, похождения мои прошлые я вырежу. Оставлю вот чисто вот это вот, чем я сейчас занимаюсь. А вот тут вот какой-то выход наверх есть. Ну-ка, давай посмотрим. Потому что мое исследование пещеры займет, я думаю, достаточное количество времени. Вот здесь вот, смотрите, еще иероглифы есть. Как люди охотились на волков. А потом, как они... Короче... Какой-то волк... Короче, люди боролись с волками, судя по всему, а потом... Волки подчинили их все-таки себе, и вот они сами стали волками. Жуть. Вау. Новое музыкальное сопровождение, друзья. Че, будем дверь открывать? Так, блин, не то сделал, не то сделал. Ай, засрал момент. Давай, пошли, пошли. Пешочком. Ебать! Охуеть, народ! А вы чё такие сильные? Ебать, они сильные, народ. Пирожка, ебани. Сосисок ебани. Луком ебани. Ебать, они сильные. Хорошо, что они это... Охуеть. Это что такое? Это мы потом тоже посмотрим. Это что-то из нового. Из нового разряда что-то. Так, тихо. Ебать, вы сильные. Охуеть. Сколько же новых материалов. Вы только на это посмотрите. И мне еще стрёмно при этом, народ. Тихо. Не жги, сука. Аккуратно. Отбегаем. Вау. Просто пока впечатление на вау. Вот этот вот, эта херня, короче, чел. Башка выпала. Вау.
Блин, народ, мне нравится. Я не знал то, что будет аж... Вот пока целых 4 новых ресурса. Что у нас здесь? Блять. Ебать, вот это вот я понимаю. Отлично поработали разработчики. Прям реально суперски. Разработчикам огромный респект. Мидпайль. О, потроха можно здесь найти, смотрите. Вот это вот я уже юзал. Да, вот мясные потроха. Это у нас что? Тоже что-то новое. Для чего-то пригодится. Жду переводы, конечно же. Ух, бляха, муха. Народ. А это что такое? А, это тоже? Это тоже собирается, прикиньте. Короче, народ, не факт то, что я что-то скрафчу именно сегодня. Мы... Давайте согласимся, если вы напишите под комментарием продолжение обзора на обновление, то я обязательно выпущу продолжение. И мы уже в нем будем крафтить. А вот первая у нас вводная часть, мы в ней будем... Ебать. Мы в первой водной части будем просто бороться с нечистью и облутывать. Вот это вот первая наша водная часть, мы будем в ней облутывать. И смотреть, что у нас тут присутствует. Так, вот это вот нельзя сломать, да? Блин, народ, мне реально нравится. Круто сделали. Разрабам огромный плюс. А еще смотрите, как тут. Смотрите, какой переход красивый. Тут прям вот эта вот штука, которая висит, она прям под персонажа провисает. Смотрите, офигенно. Тут у нас что? Не вижу ничего. Ладно. Сделано круто, народ, реально круто. Блядь. Как вот это вот... Угу. Вот это вот трудно сделали. Так, вот это вот наш новый материал. Вот, кстати, если эту штуку разрушить, что выпадет? Выпадет уголь, бронза. На халяву бронза, пацаны, на халяву бронза. Круто. Маленький проходик, да, столько проблем в нем оказалось, прям жесть. Прям вау, я бы сказал, прям вау, пацаны. Впечатлений пока на ура. Разрабы молодцы. Я думаю, они вот на этом не остановятся, еще что-нибудь сделают. Ага. А это что ж получается? Это получается то, что вот эта вот пещера, она у нас тут была одна, да? Сколько я уже играю? Я играю уже 50 минут. Блин, много. Придется оставлять разбор новых шмоток на вторую часть, если вы, конечно же, захотите, друзья. Так, ну, вот это вот получается вся пещера. Хотя я, конечно, не верю. Так, ладно, вот это вот я открыл, посмотрел. Вот мы сейчас еще тот угол Ага, вот тут вот у нас что? А, там у нас это было. Сейчас вот еще тот угол проверим. Если ничего нет, то мы отсюда уходим и все на этом. А, да, я тут был, лутал и внизу я был. Ладно, все. С этой пещеры типа закончено.
Так, ну и вот так вот мы вышли отсюда. Дом у нас далековато. Вот тут, кстати, было бы неплохо придумать какие-то границы на карте. Ну так, покрасивее было бы. Ладно, мы сейчас будем, получается, с вами отсюда благополучно спускаться к нашему дому, который у нас вон там аж находится. Ебать, до него переть. И в конечном итоге посмотрю я сейчас, из чего крафтится, чтобы иметь в виду. И если вы напишите в комментарии то, что вы хотите продолжение и обзор на новые шмотки, голем вылез, пиздец, то мы обязательно это рассмотрим. Прям в обязательном счету. Да, зря я не учел то, что у меня стамина так быстро будет уходить. Где там дом? Ага. Ну, разрабам лайк, это новый уровень пещеры. Они до этого и так их прикольно делали, но вот именно за зимнюю пещеру им лайк. Я понял одно из всего найденного, вот то, что успел прочитать, то, что можно будет скрафтить теперь какое-то тканевое полотно в дверном проеме, которое будет висеть. Это, кстати, добавляет атмосферки. И новую броню какую-то можно теперь сделать. Вот это вот надо будет изучить мне сейчас, конечно же, поподробнее. Блин, ну разрабы удивлять не перестают, прям вообще. Специально не читал, не смотрел, что поставит для себя интерес от выпуска данного. И разрабы, ну, просто молодцы. И путешествие довольно опасное. Смотрите, у меня, конечно, последняя прокачка стоит, но вот эта вот фигня. Вот этот вот волк-шаман, который огнем хреначит. Это жестко было. Я думал, там какие-то будут, ну, обычные оборотни, которые мне до этого попадались. Но там реально теперь что-то крутое. И я надеюсь, то, что это еще не все, что я видел. Очень надеюсь. Они ж любят оставлять сюрпризы. Так. Смотрим дом. Блять, вот тут вот аккуратно, блять. Отлично. Голема напоролся, о, молодец. На волка напоролся, просто валю. Бегу со скоростью света. Охуйте, ты лох. Все, мозги не еби. Лег, умер. Получается, я с прошлой ночи до утра. Вон там вот волк, кстати. Чекайте. Человек-волк, блядь. А меня нашел другой волк. Как ты меня нашел? Расскажи мне, пожалуйста. Ты агришься по КД, да? Скотина ты эдакая. Но мне пока все нравится. Справились на отлично просто. Говорили то, что баги, да. Да, баг присутствует. Вот, баг был замечен в том, то, что волк на меня сагрен, но что-то затупил и встал. Но это мне спасло шкуру. Нормально так. Баг вот был на этом моменте замечен. Поэтому в этом вопросов нет. Ебать, кабан, ты чё? Мы же с тобой друзья были. Вот здесь вот мой мост, который еще изначально был построен. С самого начала игры. Да кабаны, не ебите мозги.
Какие же назойливые кабаны иногда попадаются, это просто жесть. Уходи. Бойся огня. Как же задолбали эти скелеты. Ну вот единственное, что вот не нравится сильно, это то, что ну не успевает перевести на русский. И то не факт, что сейчас будут они это переводить. Ну почему? Еду перевели. Она сначала была на английском, потом перевели. Но вот сейчас вот не знаю, что у них с переводами будет. Но не суть. Так, все, захожу домой и смотрю, что мы новенького открыли. Так сказать, водным взглядом. Жаль, ничего подкинуть не могу. Прям вообще печаль. Весь дом затух. Ничего не видно. Так, ну смотрим. Стопы. Flash Reapers. Я как понял, это что-то наподобие когтей. Помните, у этой в Shadow Fight 2 были такие когти с двумя наконечниками. Это, скорее всего, вот именно вот это вот. Что берешь и кулаками машешься, и типа ты такой зверь. Кстати, рассекающий 60. У меня рассекающий 95, ёбаный рот. Какая тварь доебалась? Нахера ты сюда пришел? Вот, пацаны, вы чё мешаете? Вот давай тебя сразу. Я же знаю, то, что тебе не ебется. Сука, тварь. Да тварь! Нахера я машусь? Так, смотрим. Это вот у нас типа оружие новое. Мы его потестим, когда сделаем. Дальше у нас едет. А это получается только оружие. Ну да, я больше не вижу. А в верстаке. Так. Эффект полного комплекта 3 части. The Fencer's Armor. Pass Fire, что-то там. Стойкий вес огонь. Без оружия плюс 15. Короче. Коат. Это куртка у нас. Броня 10. У нас броня 20. Ну, смотрите, в чем суть. Вещь прикольная, но опять же, мы по бронированию, нам нет смысла ее делать. Может быть, только для какого-то интересного случая, я не знаю. Броня 10. Леггинсы какие-то. Ну, это вот это вот. Это у нас ноги. И Фенрис Худ, это башка. Нужна башка вот этого вот волка. Две шкуры волка, две эти. И вот это вот получается набор полного комплекта. Я попробую собрать полный комплект. Если вам так интересно, напишите комментарий. Мы соберем полный комплект и
Все это, конечно же, потестим. Потом дальше молоточек. Строительство, мебель. Вот из мебели 41. Вот из мебели же видел, вот. Вот. Я же сказал, вот эту вот штуку можно будет теперь вешать и сквозь нее проходить. Сделано прикольно. На это нам сделали этот. Типа ковер. А это типа модный ковер. Нереально, а чё бы нет? Модный ковер. Оригинально. Ну да, оригинально, в принципе. Ну, мы, в принципе, все поняли. Если вам интересно будет посмотреть на новый армор, напишите комментарии. А так, в принципе, обзор по вещам уже сделан. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать ваши комментарии. Всем до скорых встреч, ребятушки. Всем пока.